Пользователи социальных сетей давно следят за внешним видом 31-летней актрисы Анны Хилькевич. Но оказывается, что за идеальной картинкой, по словам самой девушки, не все так идеально. Мне не хватает, например, каких-то минералов, я там неравномерно питаюсь. В связи с этим звезде частенько приходится посещать косметолога. И однажды такой визит чуть не поставил крест на ее карьере. Аня честно рассказала, что колет ботокс с 25 лет и после одной из инъекций едва не лишилась своей красоты.